Неуловимый и пьяный мужчина угнал иномарку с парковки и чуть не устроил ДТП. Чтобы задержать его, полиция устроила погоню со стрельбой, как все было в материале нашего корреспондента. Полицейские попытались остановить автоугонщика, но тот нажал педаль газа в пол. Кордон из полицейских машин он также умело облетел и останавливаться не захотел. Тогда сотрудники ГИБДД приняли решение стрелять по колесам. Хватило нескольких выстрелов, и пьяный гонщик за рулем Toyota Corolla был прижат к обочине. И вот финал погони – задержание. Инспекторы ГАИ выскакивают из салона и скручивают лихача. На мужчину составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судом назначен административный арест сроком на 12 суток. Машину вернули хозяйке. Заявление о пропаже «Тойоты» с парковки торгового комплекса в дежурную часть она писала накануне. Но угнать иномарку парню не удалось. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также задержанного проверяют на причастность к другим автоугонам. Татьяна Лаврова, 31 канал.